Ну что ж, он выковал для нас лучший меч. Добро пожаловать в пустоту. Вернуться к Азраилу в петельные земли. Это лучший меч, который можно получить в игре. Клинок Кармагеддона, перекованный Ультейном. Единственное оружие, способное поразить разрушителя. Рад снова видеть тебя в сале. Ну, конечно же, у него там бафы-перебафы в разряд, из разряда там, типа, я имба крутой меч, который может вообще существовать. Вот. Ну, соответственно, удары у него обычные, как бы ничего нового здесь нет. Так что... Такие вот дела. Вот, а мне нужно, соответственно, найти броню из бездны. Тут как бы без вариантов. Последний осколок брони. И я сейчас пойду этим заниматься. Последняя серия будет окончание поисков брони. И, наверное, на этом я закончу прохождение. Потому что, ну, все-таки искать самые-самые последние кусочки ярости, наверное, уже будет маленьким возвращением. Без обид, ребят. Несмотря на то, что я обещал там, что вроде как чего-то как, куда-то как-то сделают, все-таки я думаю, что это прям уж совсем будет печально. Так, ворона. 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 Ха. Охота на ворон. Где-то я слышал еще вороны. Ха. Я шустрее вас, воронье. Ладненько. Перейдем к тому месту, откуда нам, собственно, и суждено будет попасть уже к броне. Ну а я пока что прогуляюсь, ибо это займет много времени. Вернувшись еще вот сюда, вот, если что, показываю специально для вас на карте, проплыв через вот это место, это как идти к Ультейну, только в обратную сторону. А нашел здесь вот такую замечательную штучку в виде замороженной стены, которую, естественно, я не мог тогда пробить, но зато могу пробить сейчас. Что там находится, честно говоря, пока не знаю, но сейчас мы узнаем об этом. И это еще одна полезная нам штученция осколка ярости. Вот. И еще одну за 10 тысяч я, наверное, куплю. Там есть еще осколки ярости, которые можно просто покупать. Я, честно, я не знаю, сколько конкретно осколков ярости мы можем собрать. Потом, по сути, 8 штук я, в принципе, соберу. Ну, грубо говоря, я сейчас собрал 7. Сейчас еще одну, и будет как раз нужное мне количество. Так. Ну, тут если мне только к Ультейну пробежаться, потому что мне здесь особо-то и делать нечего. Единственное, сейчас лошадка, чтобы работала. Вот, отлично. И можно спокойно бежать. Потому что, честно, идти пешочком мне желания вообще не возникает. Впрочем, знаете, есть другая идея небольшая. Так, меня ударили довольно больно. Есть другая небольшая идея, это набить буквально чуть-чуть опыта. И уже с его помощью как-то... Вот, я набил нужное, необходимое мне количество опыта. И сейчас куплю еще один отсек ярости. Чего, собственно, я вам и обещал в прошлый раз. Корить в Ульгримом, естественно. И купить вот это сердце ярости. Плюс обменять. И, как видите, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ячеек ярости. Этого вполне себе предостаточно, поэтому такие дела. Через запас здоровья... Да, в принципе, знаете, я уже не вижу особого смысла здесь покупать что-то. Тем более, что там, в принципе, ничего и особо и нету. Фига он там заржал. Прям шутник иногда бывает. Ладно. Стоп, а зачем я от Ульгрима подхожу? Мне аж как раз к нему. Значит, смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас перемещусь в пустыню, чтобы там забрать один очень мощный артефакт, который я, кстати, не забрал. Почитал я тут место одно, посмотрел, и сейчас я, короче, перемещусь в пустыню. Пустыня у нас находится вот здесь. Дорога Левиафана нам не нужна. Нам нужны пепельные земли. Да.
Вот. Сейчас в пепельные земли переместимся. Перед этим, на самом деле, еще вот здесь вот осмотрим, мало ли что-нибудь присутствует. Хотя вероятность такая довольно мала, и мне кажется, что здесь ничего нет. По крайней мере, я ни черта здесь не вижу. Главное вот здесь подпрыгнуть. Так, на всякий случай. Меч мы уже получили. Ничего сложного в самой по себе игре я здесь пока что не нашел. Ну, такого, чтобы прям было, не знаю, невозможно что-то пройти. Такого у меня пока не было. Все ручками, без каких-либо читов, на сложности максимальной, все как надо. Дуже ничем, наверное, друг мой, скромный торговец. Смотрите, наша сейчас задача будет переместиться максимально вдали. Чё, кстати, вот это за хрень лежит? А, это утопшая машина, я понял. Ничего сильно интересного. Так, смотрите. Моя задача сейчас будет переместиться на финальную башню, которая будет в конце, в самом... Есть как бы две возможности туда переместиться. Надо в любом случае это делать с средней из них, получается. Ну, на ту, на которую можно забраться на самый верх, по крайней мере. Так, нет, стоп. Нафиг тебя лошадка, я забыл, что ты здесь хреново прыгаешь, поэтому нет. Мы не будем пользоваться в таких местах твоими услугами. Тихо. Так. Здесь можно, конечно же, включить замедление. И пройти вот туда. Но, насколько я помню, сюда можно попасть и вот таким замечательнейшим путем. Та-дам! Просто и легко. Главное, как говорится, как легально. Так. Теперь мне нужно как-то попасть на какую-то из вот этих двух сторон. Я, честно, сейчас не помню. Мне нужно вот сюда вот так сделать. Я как-то очутился не в той прострации, малость. Так, и с вот этой уже башни перепрыгнуть на вот эту. Замечательно. Здесь сделать самое главное — это вот эту штучку. И, естественно, мы тупо падаем в самый низ, чтобы пробраться вот сюда. А вот здесь уже еще ниже. И как раз-таки забираем самый крутой, вот так вот выглядящий. Давайте даже приближу, чтобы получше его рассмотрели. Вот такой он артефактик. Артефакт воевода. На этой эмблеме стоит знак жестокого генерала адского воинства. Его имя давно забыто, но остатки былой мощи еще скрываются внутри артефакта. Вульгрим будет рад получить его. Естественно, рад, потому что это очень крутой артефакт, который нам, в принципе, понадобится для того, чтобы, не знаю, купить что-нибудь полезное. Что-то у нас там полезное в любом случае было, насколько мне не изменяет память, поэтому почему бы и нет. Кстати, я хотел давно забраться вот сюда, потому что здесь есть, по-моему, что-то, чего мы не могли. Да, вот мы как раз не могли... Оу! Это было нежданно-негаданно. А главное, что это было как-то мало проблематично. Так, ладно. Вот туда мы не могли попасть, потому что у нас не было цепа. С цепом мы сможем туда попасть. Соответственно, все становится намного-намного проще. Там, как вы видите, очень много народу. И, по-моему, последний осколок брони там же лежит. Я надеюсь, что это именно осколок брони, а не какая-то хренотень. Я уж лишний раз его побью. И получу, возможно... Да. Потому что бить его довольно опасно, честно говоря. Бамс.
Бамс. Бамс. Еще раз. Еще раз. Ну, теперь уже можно, в принципе, и рога пообламывать, по идее. Вот такие вот дела. Минус один рог, а он, считайте, умер. И что же у нас здесь лежит? А вот хрен. Дар раздора, будучи использованным, радует мастерство в работе с огнем. Дарует, точнее, с огнестрельным оружием, делая войну опаснее в перестрелке. Черт. Я надеялся, что там будет все-таки броня. Даже с последним осколком брони у меня возникли некоторые проблемы. Я, к сожалению, не помню, где он находится. Но зато я вам показал, как можно пройти вот сюда. Тоже довольно неплохо. Тоже довольно неплохо. И пока я броню не найду, я, наверное, не пройду и дальше. Потому что, ну, без брони все-таки не хочется уходить. А вы сами знаете, как я люблю всякие фишечки, типа брони и тому подобное. А, насколько мне изменяет память, здесь ничего нету. Да и быть особо, собственно, не может. Поэтому мы просто проходим, пропрыгиваем все это дело. И вылазим отсюда к чертям собачьим. Вот, собственно говоря. Собственно говоря. Здесь больше ничего и нет. По сути-то. Там мы были. Можно взять вон ту вот штучку, которая нам, по-моему, здоровье восстанавливает, да. И, насколько мне не изменяет память... Вот, кстати, смотрите. На Y информация увеличивает урон, наносимый оружием. При добивающем ударе вырабатывает энергию ярости. При добивающем ударе вырабатывает энергию хаоса. Значительно увеличивает урон, наносимый атаками с расстояния. Улучшает защиту войны от атак с расстояния. Соответственно, мы можем поставить это на вот эту штучку, которая вырабатывает нам ярость, но я даже не знаю, честно слово. Потому что вот, видите, мы не можем восстанавливать здоровье за счет вот этого клинка, потому что он сам по себе ничего не дает. Ну, то есть он, на него нет возможности поставить руну. Поэтому тут как бы дело такое. Ну, вроде клинок у нас стал мощнее. Давайте сейчас посмотрим, что дает вот это. Так, увеличивает количество энергии хаоса. Увеличивает количество энергии хаоса. Увеличивает ускорение получения опыта. Пассивный эффект значительно увеличивает продолжительность пребывания в хаотической форме. Значительно увеличивает урон, наносимый оружием. Ну, я думаю, что в хаотической форме нам нужно пребывать как можно дольше. Поэтому, да, оставим все-таки вот эту штучку. И пойдем дальше. Побежим, я бы даже сказал. По возможности, используя коняшку. Полезно, что я вот здесь вот, например, не расходовал наши с вами. Наши с вами кого? А, ящички со здоровьем, да, точно. Точно. Это вот сундучки вот эти вот. Можно периодически восстанавливать таким образом все здоровье. А, здесь, насколько я понимаю, больше мы ничего не найдем. По-моему, отсюда я не так давно убрался. Нет, здесь даже, видите, заблокирован путь. Поэтому здесь мы физически уже ни черта не найдем. А там у нас скакуны. Потом просто бегаем от них как можно быстрее. Сражаться с ними, в принципе, особый... особой радости нам не доставляет, хотя, если честно, они довольно-таки неплохо приносят нам по опыту. Ну, порядка сотни или более душ. Так что некий смысл в этом все равно есть. Но, как вы помните, вот там я все достал, поэтому там у меня уже ничего нету. И мне сейчас нужно будет найти последний осколок брони, после чего я к вам, друзья мои, вернусь. Потому что иначе
я не смогу сам себя любить, уважать и так далее. Итак, на тот случай, если вы ухранетесь так же, как я... Я вам, в принципе, покажу, где располагается последний осколок брони, который я не взял. Без проблем, сейчас я это сделаю, только вот дайте вот с этим чувачком разберусь, отлично. И вот с этим заодно. Так вот, последний осколок находится в башне, где мы били одно отродье очень нехорошее. В общем... Чтобы туда попасть, нужно прыгнуть в этот портал. Но способа нам туда пробраться, как я понимаю, нет. А вот как мы будем оттуда выходить... Ну, в общем, я надеюсь, что портал, который открыл Ангел Смерти, все еще остался. В любом случае, вариантов-то у нас не особо много. Мне, правда, интересовало, зачем нам дали вот эту штучку. В смысле, зачем именно вот сюда вот открыли постройку, ну, вроде тут ничего нету даже под видом маски теней. Так вот. Нам нужно пройти снова в башню. Проходим, естественно, вот тут. Без вариантов. Черный трон. Все дела. Это, насколько я понимаю, единственный способ попасть сюда, потому что здесь нету Вульгрима, и он не сможет нам ничем помочь, никак сюда пробраться и так далее. Наступаем вот сюда и пробегаем по мосту. Мост будет строиться относительно быстро, но не надо сильно быстро бежать по нему. В принципе, разницы-то особо нету. Вы это все уже видели, вы это все уже сами, скорее всего, проходили. Нам нужно будет прыгнуть вот туда. И, во-первых, на самом-самом верху у нас... есть какая-то штука, которую мы так и не взяли, если вы правильно помните. А вы помните, я вас знаю. А то мы сейчас будем ее брать. Во-первых, ее, во-вторых, то, что свет. Так, там, отлично. Бамс, прыгаем сюда. Можно, в принципе, сделать вот так. Даже будет отчасти еще проще. Так, теперь надо понять, на каком конкретно уровне находится данная штучка. Упс, я лоханулся, простите меня. Но зато плюс в том, что у меня сохранены там порталы, и я могу... нет, вру, это же на первом этаже. Точно-точно. Это под нами, наоборот. Так вот, а нам, собственно, сюда, насколько мне не изменяет память. Именно здесь геморройная хренотень происходит. Сюда. Потом сюда. Потом сюда. Не сюда, понятно. Так и не попал по ней. А теперь попал. Отлично. Итак, чтобы нам попасть, соответственно, к броне, нужно немножко извратиться. Во-первых, сюда. Во-вторых, сюда. Видите здесь красное поле, да? Думаю, догадываетесь, зачем оно. Прыгаем. О, было немножко левее нас. Стреляем. Туда нам не пробраться, насколько я понимаю. Да нам, собственно, туда и не нужно. Так, я, к сожалению, пропустил сейчас момент, когда она прошла. Туда. Опять лоханулся. Так, раз,
два, три. Где-то здесь. Ну. Как-то криво она взорвалась. Немножко мне сложно рассчитать правильный момент, скажем так, парковки на том месте. Будет примерно, по-моему, здесь получается. Ну, вот, да. Теперь туда можно попасть. Ой, как же я заколебался с этой броней, конечно. Но он того стоило, я думаю. Как минимум, чтобы вам показать, как максимум, чтобы мне самому ее увидеть. Последний осколок брони. Броня из бездны — это прославленная броня, выкованная столь искусно, что позволяет войне противостоять более сильным ударам. Вот такая вот бронька. Выглядит просто опупеннейшим. Ну, не знаю, мне очень нравится. Так, ну а если серьезно, то мне надо выбираться отсюда. А самый, конечно же, простой способ это сделать — это прыгнуть через вот этот портал обратно. Надо было, конечно, прыгнуть там, сделать и... Ну, в общем, вы поняли, о чем я. Ну, ладно. Так, раз. Два. И на третьем сейчас будем прыгать. Так вот отсюда и выбираются, собственно. Ничего сложного в этом нет. Ну, а дальше я, наверное, подключусь к вам тогда, как только я дойду до босса, наверное. Не знаю, соображу, в общем, по пути.